Это Сергей Ерёмин, директор, как там, стройтрансмеханизация. Да-да-да. Сергей Евгеньевич, я забыл сказать. Это не директор, так что просто Антон Шестеряков сидит опять за своим компьютером, что-то делает. Как? Запомните мое лицо, делаю. Да, крупным планом мы едем. Отъедем. Это оператор, системный администратор Сергей Русских. Сергей Николаевич, помашите ручкой. Heavy metal. Давай. Сандрин. Да. Это Ваня. Привет. На то хмря мы уже снимали. Надо не снимать. У нас фильм. А-ля реальные пацаны. Доскал что-то, да. Тут иконостас, Васьго. Вот мы покурили. Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Это пока еще. Да. Помощите. Да. У вас уже предновогоднее настроение во все. Все понятно. Вот идет Валя. Несет календарик. Это наш отдел кадров. Чего ты это делаешь? Сергей, ты хоть предупреждай, я же что, не наряжу. Ничего, ничего, это просто и так. Рабочие будни. Да. Предновогодние, правда. Ну ничего. Такие оба. Все работает. Историю творим. Предновогоднее состояние отдела. Все очень показательное. Все трудятся, несмотря на предстоящие праздники. Молодцы. Хотя кабинет украшен. Еще один работник этого отдела, работница. Что ты меня опять снимаешь? Это мое рабочее место. Сегодня здесь достаточно чисто. Это всегда так. Без изменений. Это наш чайничек. Там живет Кирилл, это заправочная. Там усилисты, короче, всякая. Шутки. Это наш календарик. За 2009 год. Ну, вот так вот как-то все лишненько.